Look, came a long way from that hand-me-down. I am not here for the running. Ну, Лёха сделает больше. Сейчас он порвет, я чувствую, он разозлился. Вы его не слушайте, я знаю, что он делает. Ест фастфуд, главная сила. Да. Все тяжело как-то пошло. Амплитуда такая длинная. Есть! Это что такое? Скажешь, когда начнешь? Давай. Итак, ребят, всем привет! Наконец-таки пришло время зарубы с Лехой. Я на самом деле визуализировал эту зарубу очень долго, еще когда только начал тренироваться. Я смотрел Леху и думал, капец, какой он сильный, поэтому сегодня мы зарубаемся, становим тяг, будем делать 20 пресс на максимум, то есть кто больше потянет 20 пресс. Прямо сейчас пойдем взвесимся, узнаем вес. Здесь почти, короче. Надо 160 мне делать на максимум. Нормально, Макс? Нормально. 98. Ну, пойдем, засчитай 98. На самом деле это креатин. Или глютамин. Че лучше, креатин или глютамин, Лёх? Потом... Кофеин. Кофеин. Смотри, для чего. Совершенно разные функции. Ну да. Вот так, если, Майк Ахерн говорит, если то, что тебе надо. Сказали, типа, есть либо глютамин, либо креатин даем. И больше ничего, чтобы ты выбрал. Креатин. Креатин выбрал, да? Потому что глютамин силы не добавит, а креатин добавит. Да. Но тогда пришлось бы мириться с большей болью мышечной. И, возможно, иммунитет ухудшился бы, скорее всего. Но я бы рискнул этим, 100 сила бы больше было. Креатин все-таки сила. Но хорошо, что нам выбирать не приходится. Есть доступ к тому. Майк Охерн сказал 10 грамм. До и после. Натуральность, а как твое мнение по поводу этого? Натуральность, это смешно, конечно. 130 килограмм в 20 лет набирать и там... Ну, а да. Силовые, как у монстров пауэрлифтинга. Его дело, а Хёрна принимать, не принимать, это не мое дело. Да, у них там, видишь, законов запрещено. Просто говорить. Я не сомневаюсь в том, что такие атлеты, как Хёрн, Панда, принимают и уже давно и много лет. Просто им нельзя об этом говорить. Да, вот именно. Не, на самом деле, типа, даже если принимают, у него результат нереальный. Он сильный просто как бык. Поэтому... А, как бы сила... Сила – это еще не главный показатель. Главный показатель – это мышечная композиция. Вот такая, знаешь, наполненная. Видимо, он что-то поменял, потому что были времена, что он вообще был. Он был культурист. Ну, если да. Вы видели, он выступал на сцене, там, гостевым позированием, там, килограмм 120, он просто качок. Ну, да. Как на Олимпии выступают, примерно такой. Ну, он типа из элиты был, разные периоды. Да, да. Поэтому, сейчас да. У него там, видимо, другая политика. Фармакологии. Ну, это не мое дело. Ну, человек спросил, сейчас Честно скажу, вот, в принципе, самому интересно. Вот прям сегодня, сколько я сделаю в сумохе, 200 килограмм повторений. Я думаю, за 20 точно. Мои прогнозы? Ну, надеюсь, да. Я думаю, да. Я думаю, я тоже так сделаю. И если вы меня когда-то видите в зале в гетрах, то это значит, сегодня серьезный день и все серьезно. Если я не в гетрах, значит, можете считать, что я в зале расслабляюсь. Снимаешь? Снимай. В общем, да, ребят, мы вот подошли уже к этим подходам, которые нужны. У меня 160, у Лехи 180, там уже 200, да, 200. И все-таки мы решили сделать чуть побольше. Леха будет делать 220, я буду делать 180, да? Так будет намного интереснее, мы сделаем намного меньше раз. Но все же, это уже солидные веса, это больше, чем два собственных веса. Так что да, в Лехе будет 220, у меня 180. Разогреваемся и начинаем. У меня сегодня моя рубаха Майами Бич, должна затащить его. Бич? Бич. Да, вот это ножницы, понял, камень. Да, на одной руке. И бумага. А
бумага. Бумага, ну, типа да. Камень побеждает. Да, побеждает камень, но ножницы режут бумагу. И ножницы тупятся в камень. Камень, вот это камень. Да. Это ножницы и бумага. Все, я тяну первым, да? Леха видит, сколько я делаю, ему ментально уже легче. Главное потом на бутылку этот не упасть. Так, я, короче, отдох. Ребят, знаешь, ну как? Ты делаешь, а страшно мне. Да? Тебе страшно? Да, но у меня мандраж такой. Мне тоже страшно, потому что придется выложиться нормально, я понимаю это. Кофеин подействовал, брат? Да. Секретное оружие. Музычка, да, еще крутая такая? Музычка вообще классная. Так. Legendary flow is still in the breeze. Hate it like the police. They clap you like Hercules. In these streets where I'm from, who better than Georgia's son? Stay on touch like a blazer and come a bun. I'm on the run. I'm never tired. I'm Kevin Gates with the rhymes. Featherweights with the bars. Levitating my mind. Sean Carter and Nas. Obama all intertwined. Constantly on my grind. I move in silence like mimes. It's the Southern scholar. Shining like old Impala. Это что такое, бро? Я падаю назад, бро. Почему? Да потому что ноги спят вот так, понял? И то есть сложно удержаться. Сколько я сделал? 16. Черт, бро. Я тебя не знаю теперь. Ты опозорился. Блин. А я просто делал первые 15 сделал. Смотрю, у меня ноги разъезжаются, и смотрю, остается вот так до штанги. Понял, чтобы ударило на ногу. Думаю, нужно взяться. А подрал немного? Красота. Да. Вот они, вот они. Для чего гольфы нужны? Знаешь, это потрачено когда. В общем, да, ребят, меня постоянно клонило назад, потому что когда ты ставишь ноги вот так, то есть не параллельно, а прямо вот так, врозь, очень сложно удержаться, то есть клонить вперед-назад. Но при этом, когда ты делаешь вот так, то есть ты можешь больше растяжки сделать. И это хорошо, когда ты делаешь на максимум, но многоповторки это не так хорошо работает. Не сработало, короче. Не сработало. Чё-то 16 слишком много. Много? Ну да. Че, ты думаешь, сделаешь 16, Лёх? Я думал, он 20-ку сделает. Да ты чё? Ты мог 20-ку, если бы не стоит. Ну если ноги поставить по-другому. Ничего, ты должен сказать, одного дня. Одного дня я буду. Ничего, у меня тоже есть оправдание. Стану в последнее время как бы не особо тренируюсь. Это классика. Да. А ты еще должен был сказать, да заруба была недавно еще. Но я думаю, что результат все равно у меня хорош. То есть присед я делаю, как бы присед со становой не похожи. Твои прогнозы? Ну, 16 я не делал никогда, 220. А сколько ты делал сейчас 220? 220 я делал максимум, по-моему, 15. Ага. Хотя, возможно, это было не до конца. Большая разница, да, на самом деле? Ну, одно дело, когда ты на пике, но с другой стороны, здесь есть момент мотивации. Когда сам делаешь, мотивация ну, да, лучше. Да. Ну да, тут уже есть цель, короче. А тут есть цель. Нужно делать 17. Ну ты веришь в меня больше, чем я. Legendary flow is still in the breeze. Hate it like the police. They clap you like Hercules. In these streets where I'm from, who better than Georgia's son? Stay on touch like a blazer and come a bun. I'm on the run. I'm never tired. I'm Kevin Gates with the rhymes. Featherweights with the bars. Levitating my mind. О, хватит, хорош. 17. На одном дыхании сделал. Видели это? Нет. Честно? Не ожидал. Не ожидал? 20 не ожидал. 20 бы сделал. Капец, 20 было бы изи, круто. Какой-то бред, честно. Ну что, Лёх, теперь в классике, да? Блин, реально. Говорят, заруба это чушь. Я никогда столько не делал. Это подстёгивает очень сильно. Подстёгивает жесть. И вот только после этого остается восстанавливаться. Потому что часто нельзя такое делать. Реально, все мои оправдания. Слушай, а может быть такое, что я дал отдых от Становой и... Мне наоборот результат вырос. Да, я совсем отдыхаю. Да? Вот не зря перед соревнованиями за 2 недели включать становую, потому что это больше всего загружает нервную систему. Он хочет меня убить. Да, просто все пишут, что сумо отличается, типа, и те, кто тянут сумо читеры, поэтому специально для вас мы сейчас сделаем классики. Я буду делать 20 хесов, Леха также будет делать 20 хесов, у меня 160, у Лехи будет 200. Да? А у тебя там меньше вес рабочий, да? Да, меньше.
А если такие веса оставим, я тебя точно выиграю. Да. Потому что у меня в классике не хуже результат. Да? Да. Не хуже? Не хуже. А, не бойтесь зарубаться, друзья, в своих залах. Все думают, что только ради хайпа. Не зря в Америке все вместе сюда тренируются, вдвоем, втроем, они все зарубаются на каждом. А, это уже Майка Херна? Смотри. Да. Я посмотрел этот момент. Нужно выбирать напарники и атлета, если можно. Сильнее тебя. Помощнее, но поэтому я выбрал тебя. Да. Лёх, какой прогноз, сколько сделаешь? Блин, если 15 сделаю, будет хорошо. Я сделаю 22 минимум. Но Лёха сделает больше. Сейчас он порвёт, я чувствую, он разозлился. В общем, да, ребят, мы решили делать этот раз вместе, то есть не по очереди, вместе, чтобы все было максимально честно, так сказать. Хотя это и так было честно, но все же. Только ты не падай. Я постараюсь не упасть. Такой делает в классике и просто назад заваливается. Так, человек был, да? Ты готов? Давайте топим как цари. Всего лишь 16. Классики. Слишком. У меня в классике все тяжело как-то пошло. Амплитуда такая длинная. Да есть же. Да есть же, бабан. 23 раза, есть же. Фух, у меня задняя поверхность бедра отваляется. Да? Ну ты мощно топил вообще. В общем, да, ребят, стану я. Оказалось, Леха сильнее в сумо, я сильнее в классике. Хотя я думал, что я сильнее в сумо, но получилось так, как получилось. Круто, Леха, спасибо. Ты достойный соперник, на самом деле. Очень. Стараюсь. Это сильно. Как говорится, тренируйтесь с теми, кто сильнее вас. И это работает реально. Сила. Главная сила. Да. Кто-то дутый и слабый. Кто-то маленький, сухой и сильный. Но есть и дутый, и сильный. Майка Хёрн. Майка Хёрн. Look, came a long way from that hand-me-down. I am not here for the run around. I am not here for the rigmarole. Forget blowing up, me is the blow. Track bang, have fun with. Going dumb like a blunt chick. Thank God, cause I could have been locked up, either side up. Pull up on you with the crack flow. В общем, да, ребят, вот такая получилась заруба с Лехой. На самом деле безумно сильный мужик, и порой я поражаюсь прям его силой и при этом его мышечной массой и сухостью. Обязательно в комментариях пишите, с кем вы еще хотели бы увидеть совместное видео, с кем еще мне сделать зарубу в Москве, потому что все еще нахожусь здесь. Ну и конечно же, ребят, обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарий. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ну а с вами мы увидимся в следующем видео. Так что всем спасибо, всем пока.